остальное финал Лиги Чемпионов, как сборная будет смотреть, за кого ты будешь болеть, и, может быть, какие-то ставочки там можешь обманывать? Не знаю, вроде нет такого, чтобы вся команда смотрела. Мне кажется, все по желанию. Может, кому-то надоело уже смотреть футбол, хочется играть. Буду болеть, честно, две английские команды, как бы, не знаю, сложно выбрать. Я буду, наверное, болеть просто за хорошую игру, за результативную игру, поэтому предпочтения никому не буду отдавать. А катализатор есть какой-то внутренний свой, внутри сборной? Нет. Дюк же наверняка какой-то собирает. Вроде ко мне не заходил. А из тренеров, Алексей, кто вам более симпатичен, Почеттино или Клопп? Я Антон. Так, это, здрасте. Честно, наверное, честно. А, да? Хорошо. Наверное, не знаю, Клопп. Он такой больше эмоциональный, мне кажется. Поэтому, наверное, Клопп. Ну, здоровье, во-первых, да? Ты же там долечился, физиотерапией занимался. Нормально, все, вот уже второй день вот в общей группе готовлюсь, как и все. Честно, ну такой цели нет. Для меня как бы больше и всегда были важны победы командные, поэтому как-то больше предпочтения этому отдаю. Но при этом всегда приятно забивать и помогать команде побеждать. Как футболист живет без отпуска? Вот без отпуска остались этим летом. Вы знаете, вот уже в прошлое лето же было, в принципе, плюс-минус то же самое без отпуска. Поэтому нормально. Уже, мне кажется, так в Европе многие так работают, играют в таком режиме, поэтому надо привыкать. Здоровье есть, молодой, почему нет? А отдохнуть-то хочется? Ну, эти 5 дней, которые будут там, в принципе, мне кажется, они переведут дух и уже в бой. Если премьер-лигу расширят до 18 команд, то отпуска вообще не останется? Да, честно, что говорить об отпуске? Не знаю. Мы футболисты, нам главное играть, сколько команд, сколько отпуска, это уже такие нюансы, честно говоря. Никто здесь об отпуске не думает. Да, есть своя задача, конечно. 2 матча важных, да. И... 2 матча, конечно, важные, но соперники, ну, согласись, не топовые. Таких как-то нужно еще себя дополнительно настраивать, мотивировать? Да нет, нам с каждым соперником нужно играть на 100% и брать очки с каждым соперником. Сан-Марино, хороший вариант, это все-таки еще делать разницу в забитых пропущенных, да? Вы знаете, сейчас это загадывать, сколько кто забьет, кто пропустит, это такие околофутбольные дела. Мы будем выходить, играть на 100%, забивать голы, если они будут. Будем выполнять задачу тренера, поэтому все от нас зависит, все сделаем. Если голов не будет, будет очень плохо. Конечно, плохо. От нас такие предположения подальше, да? Да. В Саранске интересно будет сыграть, наверное, там не были, да? Да, по-моему, не были. Ну, интересно. Да, все новые поля, в принципе, хорошие, стадионы красивые, поэтому я не думаю, что-то новое увидим и там. А где брать информацию о будущих соперниках? Все-таки не самые известные команды. О будущих соперниках? Сан-Марино и Кипр. Это не моя работа. Я, да, мне что скажут, что покажут, то я и буду выполнять. А с кем тогда мог сравнить? Я не знаю, никого не видел вообще, честно говоря, в деле.